Вітаю вас. Триває денний ефір на телеканалі Миколаїв. Ви дивитесь програму «Це вас хвилює». 6 березня відзначається Всесвітній день боротьби з глаукомою. І про це ми сьогодні поговоримо з гостею нашої студії. Сьогодні до нас завітала лікар кабінету глаукоми обласної офтальмологічної лікарні Тамара Соснівська. Вітаю вас. Добрий день. Шановні телеглядачі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і якщо у вас є запитання до нашої гості, пов'язані з темою нашої програми, з глаукомою, ви можете ставити їх за телефоном, номер якого ви бачите на екрані. Час від часу ми будемо вам його нагадувати. Отже, ми розпочинаємо. Тамара Анатольовна, от з чим зв'язано те, що 6 марта во всьому світі відмічається День глаукоми, і тому заболіванню виділили целую дату, одной только глаукоме, насколько это важно, почему, с чем это связано? Ну, хочу сказать, прежде всего, что у нас на Украине отмечается целая неделя борьбы с глаукомой. Это для того, чтобы больше проинформировать население, чтобы больше количество людей смогли проверить свое зрение, то есть дать им такую возможность. Этот день отмечается с 2008 года, и он был начал проводиться по инициативе Всемирной глаукомной ассоциации и Всемирной ассоциации больных глаукомой. Отмечается ежегодно, и Украина, как правило, участвует в проведении таких мероприятий. Надо сказать, что глаукома – это очень серьезное заболевание, которое при отсутствии правильного, своевременно начатого лечения и ранней диагностики может привести к полной слепоте, абсолютно и необратимо. С этим и связано то, что вот мы сегодня с вами разговариваем на эту тему. То есть заболевание серьезное, требует внимания, требует ранней постановки диагноза и раннего лечения. Давайте мы подробнее тогда поговорим об этом. Что такое глаукома? Что это за заболевание? Глаукома, чем оно вызвано? Это хроническое заболевание, в первую очередь надо сказать, которое практически не вылечивается. То есть связано оно с нарушением циркуляции жидкости внутри в глазу. Это не та жидкость, которая слеза. Вот иногда больные там говорят, да, я плохо плачу. Нет, это не со слезой связано. Есть у нас внутри глазная жидкость, которая циркулирует. Образно говоря, вот где-то 5 мл этой жидкости вырабатывается в течение суток в задней камере, и она должна вот циркулировать. Она перетекает в переднюю камеру глаза и потом уходит из глаза. То есть вот сколько выработалось жидкости, столько должно ее уйти. Если в глазу задерживается постоянно вот эта вот жидкость, значит, она давит на зрительный нерв, и этот нерв со временем атрофируется. К сожалению, этот процесс необратимый. То есть если уже наступила слепота, то это уже полная и необратимая слепота. А с чем связано вот это нарушение циркуляции этой жидкости? Какие вот причины? Ну, причины бывают разные. В основном это сосудистые заболевания, поэтому связано с нарушением кровообращения в сосудах головного мозга, в сосудах сетчатки. В связи с этим хочется отдельно определить факторы, группу риска, то есть те люди, которые особенно подвержены этому заболеванию. В первую очередь это наследственный фактор, первое. То есть если в семье у человека кто-то болел глаукомой, это ближайшие родственники, там отец, мать или родные братья, сестры, этому человеку он уже входит в группу риска, и после 40 лет ему обязательно надо проверять ежегодно внутриглазное давление. Как часто? Ежегодно. Раз в год достаточно, да? Раз в год, да. Следующая группа – это больные с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. То есть артериальная гипертония, гипотония, то есть женщины, у которых там мерзнут руки, ноги с вазоспазмами, они тоже подвержены такому заболеванию. Это больные атеросклерозом. Следующая группа заболеваний больных – это больные с сахарным диабетом. То есть нарушено кровообращение, нарушен обмен веществ в организме, тоже может провоцировать глаукому. Если у человека близорукость высокой степени,
Также необходимо регулярно проверяться на глаукому один раз в год. Группа риска проверяется, начиная с 35 лет. То есть если мы говорим, что нормальный человек, который не входит в группу риска, он проходит ежегодное обследование у офтальмолога один раз в год после 40 лет, то группа риска уже после 35 лет начинает проходить вот это вот обследование. Есть ли вот возрастные какие-то группы, вот как, кто больше подвержен? Больше, 40, больше население после 40 лет. Но здесь даже нельзя сказать, да, чем больше возраст, тем больше риск возникновения глаукомы, чем старше возраст. Но сейчас глаукома молодеет, и, к сожалению, мы видим, встречаем ее и в 26, и в 30 лет. Отдельно есть такая глаукома посттравматическая, но я на ней останавливаться не буду, это уже ну, как бы такой специфический вопрос. То есть обычно те пациенты, которые перенесли травму, они обычно наблюдаются, проверяются, и они не выходят с поля зрения офтальмолога. А мы хотим обратить особое внимание на то население, которое сидит себе дома, там, смотрит спокойно телевизор и думает, что у них никаких заболеваний нет, а на самом деле там уже где-то прогрессирует глаукома, которая еще не выявлена и не начато лечение. Ну, мы все так думаем, пока не начались какие-то симптомы, клинические проявления, которые уже нельзя не заметить. Вот в случае с глаукомой, на что нужно обращать внимание? Как можно вот вовремя проблемы какие-то обнаружить? Почему же мы и уделяем столько внимания этому заболеванию? Потому что оно очень коварно. До определенного момента она не проявляет себя никак, абсолютно. То есть высокое давление, человек не может этого почувствовать. Он начинает обращать внимание только когда уже появляется туман перед глазами. То есть утром проснулись, посмотрели в окошко, ой, какая-то дымка там появляется. Или же может быть ощущение тяжести в глазах, там, ощущение инородного тела. То есть это те симптомы, которые не говорят напрямую, не указывают, что у вас вот уже глаукома. Это не аппендицит, который начал болеть в правом боку, надо уже быстренько бежать к хирургу. Но это уже вот как бы первые звоночки, что надо обратить внимание на себя и надо провериться у офтальмолога. Таких каких-то вот патогноматичных симптомов проявления глаукомы нет. Она начинает себя показывать, когда уже запущенная стадия и когда уже выраженные проявления есть. В этом контексте особенно важно, вот еще советская система была очень такая досконалая, очень решала все проблемы. Это система диспансеризации. Это профтехосмотр? Да, да. Угу. То есть надо, не надо, больным ты себя чувствуешь или здоровым, ты идешь и проверяешься. Вот тогда и выявляется глаукома на начальных стадиях. Выявить ее у себя человек дома никак не может. Надо только проверить внутриглазное давление, и врач-офтальмолог уже специальными методами обследования там. Давайте это поговорим о методах. Как диагностируется глаукома? Какие вот современные методы диагностики? Ну, что вы используете? Самое первое – это проверяется острота зрения, насколько страдает она, нормальная или ненормальная. Проверяется поле зрения, то есть обзор человека. И смотрим на картину глазного дна. Вот три таких пунктика, по которым можно поставить диагноз глаукома. То есть это картина глазного дна, это поле зрения и внутриглазное давление. Внутриглазное давление, чтобы понимали, сейчас это не какой-то там издевательский метод. То есть есть такие методы для профосмотра у нас в областной больнице, есть бесконтактный тонометр. То есть не трогают даже глаз, воздухом меряется давление 2 секунды, и какое-то понятие приблизительно есть, повышенное оно у вас или нормальное. Если требуется более углубленное уже обследование, то тогда мы делаем электронную томографию. Ну, это уже такой специфический, более именно для больных глаукомой. Хорошо, если обнаруживается, вот по какому-то из этих трех параметров обнаруживаются проблемы, и вы ставите диагноз глаукома, она может быть разной степени, я так понимаю, да? Да. Что дальше происходит? Как начинается лечение? Дело в том, что это не так
все просто поставить диагноз глаукомы. Если она уже выраженная, если уже запущенная, человек приходит, там низкое зрение, уже есть проявление на глазном дне. Но, честно говоря, для нас это проще. Для человека это уже более проблематично, потому что это уже необратимый процесс. А для нас это проще. Если на начальных стадиях глаукома, ну, мы подозреваем, что она там может быть, есть какое-то нарушение какого-то одного параметра. Здесь я еще хочу сказать, что, ну, вот считается, эти рамки нормального внутриглазного давления, они варьируют все-таки, потому что, ну, где-то наука не стоит на месте, она двигается. И если раньше считалось, что повышенное внутриглазное давление больше 27 мм ртутного столба, то сейчас уже считается до 24. То есть 23-24 – это уже пограничное давление, на которое вот надо обратить внимание и проходить уже более глубокое обследование. Бывает такое, что за первое посещение пациента у нас в глазной больнице мы не можем еще поставить диагноз, уже применив самые современные методы обследования. Тогда надо ложиться еще в стационар, потому что там надо мерить тогда еще суточные колебания. Вот у каждого человека есть свои суточные биоритмы. Если оно в начале дня может быть там 26-25, то в течение дня оно может снижаться, может быть наоборот 32. То есть вот эти вот колебания мы тоже должны учитывать. Да. Так что иногда бывает, что надо проходить еще, то есть на догоспитальном этапе невозможно поставить окончательно диагноз, а надо еще проходить и ложиться в стационар. Ну, это вот то, что касается да, еще по поводу обследования хочу особо обратить внимание, что с недавних пор наша больница располагает еще таким современным методом диагностики, как оптическая когерентная томография, то есть которая позволяет вот именно уже определить состояние нервных волокон сетчатки и зрительного нерва на начальных стадиях глаукомы. То есть определить, есть там глаукома или же там это нарушение сосудистые, нарушение питания зрительного нерва или вообще никаких проблем нет. В каких случаях вот вы назначаете это обследование? Ну вот в случаях, когда нам непонятно диагноз, еще есть подозрение, есть какое-то там повышение, допустим, внутриглазного давления, но мы не уверены, что это глаукома, потому что бывает такое состояние, называется офтальмогипертензия, когда давление повышено, а глаукомы нет. То есть мы тогда этих больных просто наблюдаем в течение там 5-10 лет, через каждых там полгода они приходят к нам, мы проверяем, смотрим динамику. Ну и опять же все в комплексе, то есть по какому-то одному признаку поставить диагноз глаукома невозможно. Хорошо, если он все-таки поставлен, все, вы убедились в том, что это глаукома, что дальше человеку нужно делать, чем вы ему можете помочь? А дальше ему надо лечиться. Как? То есть мы тут как бы управляющий орган, а тут уже все зависит от человека дальше. Вот хочу особое внимание обратить нашим телезрителям, что это заболевание хроническое, то есть вылечить его полностью невозможно, но лечить обязательно надо. Тамара Анатольевна, у нас есть звонок зрителя. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Добрый день. Здравствуйте. Мне в 2000 году прижигали лазером сетчатку на правом глазу. В настоящее время глаз практически не видит, и меня что-то царапает там, когда я начинаю глазом моргать, у меня что-то мешает. Зрение практически потеряло 100% на правый глаз. Только свет вижу, если лампочка горит, вижу, где она горит, и все. А вопрос? А вопрос, что мне делать? У меня при онкологии... И 3 года после последней операции, и я не знаю, куда мне идти обращаться. А где вы живете? Васляева. Николаев. Спасибо за вопрос. Спасибо. Ну, также сказать ничего невозможно. Вы можете прийти в нашу больницу и обследоваться, посмотреть, какая там проблема и с чем это связано. Я так понимаю, что беспокоит то, что потеряли зрение и ощущение инородного тела. Может быть, элементарно там синдром сухого глаза, когда вы капаете капельки, этот дискомфорт исчезает. Ну, а что касается сетчатки, это заболевание тоже не менее серьезное, чем глаукома. Надо смотреть, надо обследоваться, почему зрение пропало.
Так, тяжело если... сказать. Тамара Анатольевна, у нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите. Можно, да? Да, пожалуйста. Доброго дня, студия. Доброго дня, ведущий лекарь. Я звоню с селища міського типу Березанка, диабетик. И со стажем на инсулине. Падает зір. Якось про глоку мені не говорив лікар, а про катаракту більше, що треба тормознути катаракту. Я цілий рік капала каплі офтан катахром, але покращення не бачу. Дуже сльозяться очі і зір падає. Так що мені лікувати, глаукому чи катаракту, що страшніше і як бути мені? Дякую. Спасибо. Ну, страшно и то, и то. Если у вас не поставлен диагноз, Березанка, да, сказали? Так, там следующий есть такой врач у вас в районе. Вы можете подъехать к врачу, он сделает обследование и проверит, есть там у вас глаукома или нет. Если есть глаукома, то, конечно, будете лечить глаукому. Но они всегда практически идут параллельно, и глаукома, и катаракта. Поэтому лечить надо и то, и то. То, что вы капаете капельки катахром, это хорошие капельки, они для профилактики катаракты. Но зрение еще может падать из-за сахарного диабета, если там изменения на сетчатке, тоже зрение будет падать. Поэтому тут обязательно надо обследоваться у офтальмолога, и она уже вам назначит лечение. Спасибо. Тамара Анатольевна, вернемся к лечению все-таки глаукомы. Что вы делаете, что предлагают ваши больницы? Значит, если у нас уже поставлен диагноз глаукома, мы уже уверены в том, что она там есть, начинаем лечение всегда медикаментозное. Наша задача – снизить внутриглазное давление и стабилизировать его на этом уровне. Но назначаем капельки из всех возможных групп препаратов. Если и человек приходит к нам, наблюдается, если капельки дают свой эффект, если давление нормализовалось, значит, мы дальше смотрим по состоянию сетчатки, по состоянию зрительного нерва. Все зависит от того, в какой стадии обратился человек. Если это начальная стадия, то лечить можно там и 5, и 10 лет находиться на каплях, на медикаментозном лечении, но капли, они только нормализуют внутриглазное давление. А ту сосудистую проблему, которая привела к возникновению глаукомы, они не убирают. Поэтому здесь важно еще и проходить курсы сосудистой терапии. Где удобно, как удобно. Если это проводится по месту жительства, значит, больные получают профилактические курсы лечения по месту жительства. Если неудобно, если там нет врача, значит, они приезжают к нам и лечатся у нас в глазной больнице. Как правило, это раз в полгода. Если эффекта нет от медикаментозного лечения, значит, мы тогда переходим к следующему этапу лечения, это хирургическое. Хирургическое вмешательство проводится у нас таким хирургическим методом. Это полостная операция, то есть это не лазер. Лазер у нас меньше применяется, потому что он дает нестойкий результат. То есть там на какие-то, может, на месяцы, может быть, на год дает результат эта операция, а потом давление все равно повышается. Поэтому проводится хирургическое вмешательство. У нас снова есть звонок телезрителя. Говорите, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Я вообще нахожусь в 10-й Продольной, Николаев, но хотела бы спросить, я отношусь к 2-й поликлинике, если к вам идти, вам надо только направлением или прямо к регистратуру? Спасибо. Да, вот как Спасибо. К вам могут люди попасть в областную офтальмологическую больницу? Хочу сказать, что у нас поликлиника консультативная. К сожалению, мы не имеем возможности из-за своей загрузки принять всех желающих. Поэтому если у вас в районе, в районной поликлинике есть офтальмолог, необходимо обращаться туда, офтальмолог проводит первичное обследование, и уже с теми результатами вы приходите к нам. С направлением, там, если надо, для чего это сделано, потому что иногда бывает обращаются, но это очень часто, больные неврологического профиля, то есть нейрохирургического, которым мы оказываем консультативную помощь, больше помочь ничем не можем, потому что ему надо лечить там свою гипертонию, лечить еще какие-то другие заболевания, остеохондроз и так далее. Поэтому, чтобы вас не гонять, грубо говоря, с одной больницы в другую,
надо вот пройти все эти этапы. Наша больница – это уже третий уровень оказания медицинской помощи, поэтому к нам вы должны приходить уже подготовленными. Есть исключения из этих правил – это больные с травмами, которые, ну, тяжелые травмы, они могут идти к нам без направления в любое время суток. У нас областной травм-центр, поэтому мы таких больных принимаем в любое время. А начинать надо все-таки со своего. Если это плановый осмотр, то жители начинать, области, да. То есть, соответственно, в районах. Ну, естественно, там, где нет районов, то там мы не требуем такого направления, а больные городские, в принципе, у нас все городские поликлиники укомплектованы офтальмологами, поэтому желательно приходить к нам с направлением. Давайте поговорим о вашей больнице, поликлинике. Какие возможности, какую помощь вы оказываете, какое у вас есть оборудование, кого вы принимаете? Ну, у нас в поликлинике есть три кабинета. Это кабинет общего приема, кабинет сосудистой патологии и наш кабинет глаукомы и реабилитации травм. Поликлиника консультативная, как я уже сказала, то есть приходят люди с направлением сначала в регистратуру, а там уже их распределяют по кабинетам и по потокам, кому, по какому профилю, куда надо обратиться. Тамара Анатольевна, у нас есть звонок, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Николаевской области, Очаковский район, село Ивановка. Мой сыночек, ему 29 лет, он не видит где-то 6 класса, как у него. Он минус 9, минус 10 были у него очки. Сейчас у него очень, я не знаю, что дальше делать с ним, как эти будут очки, какие еще можно принимать, и что за лекарство может ему помочь, чтобы он видел. Или какую-то надо операцию какую-то, или что-то, вы можете там что-нибудь посоветовать? Но надо обследоваться вначале. Я могу сказать, что у нас работают кураторы от Очаковский район. К сожалению, там нет врача-офтальмолога, но у нас наши врачи с глазной больницы выезжают в свои районы, которые они курируют. Ездят врачи достаточно часто, поэтому вам надо записаться просто на прием к врачу нашему с областной больницы и пройти хотя бы первичное обследование. Минус какой-то, минус 9 или минус 20, ну, для нас это не имеет значения, это не показательно. Надо смотреть на состояние глаза, состояние глазного дна. Тогда уже можно назначить какое-то лечение и дать какие-то рекомендации. Поэтому надо пройти обследование. Спасибо за ответ. И вернемся к нашей глаукоме. То есть мы можем уже так, ну, подвести какие-то итоги, наверное, нашей беседы. Все-таки о чем вот нужно знать нашим зрителям, о чем нужно им напомнить вот в случае глаукомы, что важно? В первую очередь хочу сказать, что вы сами должны быть заинтересованы в своем состоянии здоровья. То есть никто вас не заставляет и никто за ручку водить не будет. Раз в год это должно быть уже как правило. Пошли в поликлинику, сдали все анализы. В каждой поликлинике практически на сегодняшний день, ну, в частности в наших городских поликлиниках и в районах практически во всех, есть кабинет доврачебного обследования. То есть там измеряют пациентам внутриглазное давление, меряется артериальное давление. Если есть какие-то погрешности, если есть какие-то изменения, тогда уже назначается консультация специалиста. Самое первое – это диспансерное наблюдение каждого здорового и нездорового человека. Группа риска – это сахарный диабет, это гипертония, это больные с высокой близорукостью сопутствующей, атеросклероз, мигрень, курильщики. Эта группа риска должна обследоваться после 35 лет ежегодно. Также проходить обследование у офтальмолога.
И если уже назначено лечение, если уже все-таки поставлен диагноз глаукомы, то лечение не прекращается самостоятельно. То есть только врач может дать рекомендации дальнейшие, как себя правильно вести, и можно отменить эти капельки или назначить другие. И дальнейший план лечения определяет только врач. Тамара Анатольевна, я вам дякую за то, что вы знайшли час, завітали сьогодні до нашої студії, відповіли і на мої запитання, і на запитання наших телеглядачів. Дуже дякую вам, на все добре. А з вами, шановні телеглядачі, ми прощаємось до наступних зустрічей в ефірі. Бувайте здорові!